Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy S23 Plus. И сейчас я покажу вам, как поменять обои данного устройства. Итак, для этого нам нужно свести два пальчика на экране и выбрать обои и стиль. Нажимаем «Изменение обоев». И теперь мы можем выбрать обои либо из рекомендуемого. Тут у нас что-то есть, можем нажать «Посмотреть получше». Либо мы можем выбрать обои из галереи, например, там из загруженных каких-то картинок. Либо мы можем выбрать графические обои, это все, что у нас тут предустановлено, цвета. Динамическую заставку можем выбрать, например, которая будет при каждом включении экрана меняться. Вот, давайте я выберу из галереи что-то. Например, вот это. Нажимаем «Готово». Выбираю, на какой экран хочу установить, нажимаю «Далее». Могу немножечко настроить здесь вид. Могу не настраивать, нажимаю «Готово». И таким образом мы поменяли обои нашего устройства. Вот, и на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.